Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Номер 1271. Притча Соломона 27.1. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. За 9 июня 2019 года. И здесь вот более подробно эти места прочитать, Иакова добавить. Тогда можно курсором остановить и прочитать. Ну и объявление, как всегда, о детях. Ролики все снимали, болела, как она, хоронили. К тому показываю, чтобы люди могли убедиться. Это вот запомнить. Ну и вот переписка. Тут друзья собираются, пишут. Я в деревне нахожусь, Потеряевке. Ну вот, все, Алексей Загуляев тут поставил. С Володей что-то делали. И утром я начал выходить. Не скачивать, не закачивать. Кроме вот, может быть, два дня, как события дня. Такие деньги высчитывают ужасно. Ну, я... Ребенок, может быть, крещен при отсутствии священника, диаконом, псаломщиком. Это когда крестить ребенка, когда их нету, и ребенок больной. Считайте тут. Между собой тут, думаю. И вот за 10-е. Поздравление мне. Сегодня мне исполнилось 80 лет. И как раз вот 80-летие к субботе ближе. Я в субботу родился. Поселок Карповский Тюменцевского района. От Потеряевки 35 километров. Ну вот. Аргументы против ислама. Вот это, знаете, на русский, против ислама. Не знаю, никогда этим не пользовался и не пользуюсь. Зачем мне это нужно? Совсем даже никак. Я проповедую Евангелие, и где Дух Святой коснется, тут и коснется. Головная вера это мало еще дает. Вот символ веры, верую. И на Священное Писание ссылки. Хороший материал.
затормозить и можно посмотреть дальше. Места эти выписывайте, кто пожелает. Работа большая проделана. И надо воскресить эту работу. Возвращение Игоря. Посмотреть тут можно потом. Вот у меня пятидесятников, он теперь тоже совсем православный стал, Леонид Якубчук. Низкий поклон вам, ваши 80 лет на земле, пример всем поколениям, жизнь истинного христианина. Идя по жизни дороги, иногда очень опасны, вы на себе показываете, что такое милость Божия, его любовь и его благословение. Желаю вам крепкого здоровья, по милости и нежности Божией, еще долгих лет жизни, обильных Господних благословений. Ваш ученик и слуга Леонтий Якубчук. А рубаха, спрашивает, вот полностью белая должна быть. Я пишу, если уже так в продаже, то если соответствие рисунку есть, можно, но это тут не вижу. Католическое обливание. Лучше убрать сверху, нашить заплату. Места, как и описание, тут что, просчитайте. События дня. Ничего люди не знают. Бабушки. Вячеслав тут добивается раздавать Евангелие. Ну и вот так. Опять. Изучение Библии. Где взять это? Не знаю. Думаю, что здешняя партия на храмы выделяла в честь праздника. Красный Евангелие видела, как батюшка в Дамаске отдал прихожанину. Вот аж докуда добрались. Лена Фаур. В Дамаске, в Сирии. Она думает, Елена Фаур, приехать на крещение нынче. Из Сирии, из Германии, из других мест собираются. Ну, как Бог даст. Вот так и, собственно, что воскресный день. Какие события? Ну, первое, на этом новом месте. Ночью-то проснуться на молитву еще надо. В храм. Не сразу сообразишь, где находишься. Служа в православии хорошо, пришлось проповедь сказать небольшую о смерти, о жизни вечной во Христе. Потом занятия днем были. Ну и так все вот, беседуем. Гликерия тут. Это так. Приходится с ней больше заниматься. Она все обижается. Она новая подруга тут у нее, Ульяна, речку новую. Ну, прям мгновенно расходится. И, ой, какая жизнь впереди будет трудная. Немирный характер. Своеволие в высочайшей степени. Притом бездумность такая. А девочка-то уже большенькая. Это еще родители разведенные. То туда, то сюда кидают, таскают. То слышит молитву, то маты, а тот разберись. Святое Евангелие.
Переписка отсюда устроилась. Все на этом. Благодарю Бога, что была возможность это записать. Да, чтобы все это видно было. Дождь целый день. Да, вот маленько пройдет время, опять дождь. Этот Сергей Егорович Игнатов тренируется все время. Пешком ходил, то чуть не до элеватора дошел от деревни. По столбам 20 километров. Вернулся. Вчера тоже пошел, рюкзак взял, там два сухаря с собой. И опять по столбам, ну, пошел по другому месту. Я поехал его где-то найти, встречать. А он с другой, ну, ближе к железной дороге прошел. Там много комаров где-то было. Ну, такое вот. Я на пруду был, посмотрел. Еще, оказывается, нынче никакого карпа не запустили. Где покупали, у них там замор какой-то произошел. И ничего нет. Теперь только маленький гольяшек остается, где-то, может, карасики. Вот все, сейчас я вижу, кто тут находится. В интернете Романа вижу в ролику, Олег Бушило. Вот такое дело. Исмаил Дулаев. На этом все.